Гуляй, шальная императрица! Где бы ни появлялась именинница Ирина Аллегрова, уточняют, эффектный парень рядом не ее возлюбленный. Но мы подумали, может, я сама сошла, это мой молодой человек, это мой внук. Как же вырос любимый внук Александр? Его назвали в честь дедушки. Ирина Александровна балует его пирожными, тортами. Если уж печет, то размах такой. Она во всем императрица. Дождутся вечно, ночь будет лить. Теплый хлеб к завтраку отправила подруге Алле Крутой. Она, конечно, мастерица, но посмотрите, какая красота, какая корочка. Никогда не пропускает завтрак еще одна именинница Ингиборга Дапкунайте. Фигура идеальная. И вот почему в празднике она не стоит в сторонке. Все рванули танцевать вальс. И меня кто-то схватил, и мы начали кружиться в вальсе. Так вот, я вам желаю, танцуйте в новом году. И я тоже постараюсь. Надо признать, все сегодняшние именинницы особо грациозные. Сколько людей на катке, а самая заметная Анастасия Волочкова – «Белый лебедь». «Черный лебедь» Ольга Бузова и после проекта «Ледниковый период» тренирует прыжки. И разучивает новые па, неугомонная. Сегодня Ольге 35. Семьдесят лет великому режиссеру Дэвиду Линчу. Good morning. Он создал мир Твин Пикс, где все не то, чем кажется. В кино убивал красивых блондинок. Привет сегодняшним именинницам. Отвлекался только на кофе с пончиками. Совет от именинника Линча: делайте себе маленький подарок каждый день. Не планируйте его. Не ждите его. Просто позвольте себе получить его. Это может быть рубашка в магазине мужской одежды, краткий сон в кабинете или... две чашечки вкусного горячего черного кофе.